Господин генеральный секретарь, приятно с вами встретиться во второй раз. Хочу через вас всему секретариату нашему Шанхайской организации сотрудничества передать самые добрые, теплые слова благодарности за ту работу, которую вы проводите. И прежде всего в отношении нашей Беларуси, которая на прошедшем саммите принята фактически в семью Шанхайской организации сотрудничества. Господин генеральный секретарь, вы знаете нашу цель для того, чтобы юридически стать полноправным членом организации. В Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее Шанхайской организацией сотрудничества. Мы поставили перед собой амбициозную цель пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Быстрый темп, серьезный темп, но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовили вступление в Шанхайской организации сотрудничества, поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня месяца, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете, наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственное хотел бы спросить у вас, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси вот в процессе нашего юридического вступления в организацию. Уважаемый господин президент, добрый день. Для меня большая честь и большая радость присутствовать с визитом в Республике Беларусь. Благодарю вас за радушный прием, благодарю за то гостеприимство, которое вы оказали мне и членам нашей делегации. У меня остались хорошие впечатления от нашей встречи накануне саммита ШОС. Мы провели очень конструктивный диалог. Тогда мы с вами также обсуждали вопросы вступления и присоединения Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это была ключевая тема наших переговоров. 俄罗斯加入，上合的进程。